16:15 на пульт дежурной службы поступило сообщение о возгорании в старом корпусе химико-технологического университета. Прибывшие на место расчета обнаружили источник открытого огня в подвальном помещении здания. Локализовать источник удалось в 16:32. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. На настоящий момент причина произошедшего выясняется. Ориентировочно спровоцировать пожар могли сварочные работы в подвальном помещении. Предварительно эвакуировано 70 человек силами государственного предпожарного службы. В подвале технические помещения, занятий там никаких не проводятся.